друзья! Вы на канале «Вкусные рецепты от Аллы». Сегодня будем готовить очень вкусный простой салат из моркови. Салат недорогой и витаминный. Такой салат можно готовить хоть на каждый день. Никогда не надоест. Я часто готовлю, можно сказать, через день я готовлю этот салат. Очень вкусный. Для этого рецепта нам нужно 4 вареных яйца, 2 зубчика чеснока, твердый сыр 150 граммов, можно взять любое, 250 граммов сметана. Хороший пучок я взяла кинзу, можно взять по вкусу зелень. И здесь у меня 500 граммов морков. Я уже заранее нарезала вот такие соломки. На сковороду наливаем чуть-чуть растительное масло, много не надо. Нам надо морковь слегка обжаривать. Сюда отправляем 1 зубчик чеснока. Вот так крупно нарезаем и добавляем, чтобы чеснок дал свой аромат. Чеснок открыл свой аромат. Я буквально несколько секунд обжарила. Теперь сюда отправляем морковь. Будем обжаривать буквально 3-4 минуты, чтобы морковь стал чуть-чуть мягче. Сейчас я буду закрывать крышку. Под закрытой крышкой, друзья, будем обжаривать. Прошло 2 минуты. Надо перемешать. Морковь спустила чуть-чуть сок. Теперь надо посолить. Будем добавлять соль. Соль по вкусу добавляйте. И кусочек лимон будем выдавливать для аромата. Вот маленький кусочек хватит. Все, буквально еще вот 1 минута и все, хватит. Будем выключить плиту. Надо, чтобы морковь был хрустящий. Чуть-чуть стал мягче, хватит. Я больше крышку не буду закрывать, друзья. Буквально минутку. Прошло еще 1 минута. Сейчас я буду доставать чеснок. Вот большие кусочками нам больше не нужно. Чеснок даст свой аромат. И буду доставать морковь. Пускай чуть-чуть остынет. Выключаем плиту. Хватит. Друзья, я знаю, что вам нравится, когда я подготавливаю все ингредиенты за кадром. Яйца я нарезала мелкими кубиками. Сыр натерла на крупной терке. За это время у меня уже остыл морковь. Зелень тоже нарезала мелко. И у нас осталось 1 зубчик чеснока. Начинаем смешивать все ингредиенты. Видите, друзья, морковь у меня не жирная. Под закрытой крышкой, можно сказать, я чуть-чуть тушила. Добавляем сюда яйца, сыр. Будем раздавливать 1 зубчик чеснока для аромата. Свежий, очень вкусно получается. Отправляем сюда сметану. И добавляем сверху зелень. И все это хорошо будем перемешивать. Друзья, в итоге у нас получается вот такой вкусный, простой, витаминный салат на каждый день. Можно кушать и в теплом виде, и холодным. Кому как больше нравится. Мне нравится больше в теплом виде. А я люблю в холодном виде. Очень вкусно. Ну что, попробуем? Давай пробовать. Это как раз для меня. Нам уже остыло чуть-чуть. Морковка хрустит, очень вкусный, нежный салат получается, такой чесночный, нежный аромат, да? Его можно с чем угодно кушать, можно просто сидеть и просто кушать, без ничего. Недорогой, друзья, все ингредиенты у всех есть под рукой. Доступнее. Доступнее, да. Обязательно попробуйте, жду ваши отзывы. Не попробовав, вы не почувствуете, какая она вкусная. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить вкусные рецепты со мной. Спасибо за вашу поддержку, за приветики. За ваши лайки. Мы знаем, что вам нравятся наши овощные рецепты. Они очень вкусные и полезные.
Спасибо, что вы были сегодня с нами. Оставайтесь с нами. С нами всегда будет вкусно. Всем пока-пока. До свидания, друзья.